обложили детей, трехлетних, пятилетних. Это идиотизм высшей степени. Это люди, которые вообще не знают жизни, оторвались от жизни. Пенсионеры парализованы. Пенсионеры и все такое. У нас было в ЖКХ машины, были водители. Собирали этот мусор, возили на наш полигон. Мы платили там вот с женой где-то под 80 рублей с двоих, с двухкомнатной. Сегодня мы платим больше 100, где-то за 200-230 рублей платим с квартиры. А получается вот что. Отдали арчанам возить. Они едут оттуда, машины жгут топливо, да? Это выгодно? Приезжает мусор, собирают и везут опять на наш полигон. Отвезли и опять поехали в Орск, погнали машины. Холостой пробег. Понимаете? И опять это 80 километров они жгут топливо. Оплачиваем. Это выгодно? А платит кто? Мы платим с нашего кармана.